Не только елка – непременный атрибут Нового года, но и, разумеется, подарки. Как в предпраздничной суете не купить некачественный товар, расскажут специалисты регионального Роспотребнадзора. Они организовали горячую линию по выбору новогодних презентов. Параллельно готовы проконсультировать по вопросам приобретения детских товаров – игрушек, одежды, обуви, питания. Специалисты подскажут, на что обратить внимание в магазине и куда жаловаться, если покупка не оправдала ожиданий. Горячая линия будет работать до 21 декабря по будням. Звонки принимают по телефонам, номера которых сейчас высветились на ваших экранах. Дать консультацию готовы с 9 утра до полудня и с 13:00 до 16:00.